Меня зовут Ивлеева Мария Александровна. Я записываю. На вас... Так, и что нужно? Еще раз повторюсь. На этот период времени, пока будет происходить внутрибанковское разбирательство, я, как младший специалист технического отдела Сбербанка, обязана вместе с вами составить страховой запрос финансовый отдел нашего банка, чтобы, если в случае неправомерного списания ваших денежных средств мошенниками, банк компенсировал вам данную сумму в полном объеме. Вам теперь было все предельно ясно? Вы прям как... Вы как в тюрьме говорите. Дальше. Дальше. Что дальше-то? Будьте добры, ведите себя корректно, потому что ведется запись. Я тоже веду запись, ну. Хорошо, скажите, вы приложением Сбербанк онлайн пользуетесь? Нет, конечно. Не пользуетесь. Хорошо, информация зафиксирована. Скажите, карты нашего банка, либо же карты других банковских структур не были утеряны вами за последнее время? Нет, конечно. Вы можете сейчас визуально убедиться в их наличии? В том, что они при вас. А у меня нет сбербанковской такой карты. У вас нету? Нету. В том-то и дело. Я поэтому и слушаю, думаю, странно. Карты. Единый лицевой счет объединяет все банковские структуры со всеми финансовыми ячейками, такими как дебетовые карты, кредитные карты. Нет у меня ничего этого. Нету. Нету у меня этого. Кредитную карту в отделении нашего банка вы не оформляли, верно? Нет, конечно. Не оформляли. Счета, сберегательные книги. Нету у меня этого. Нету. Нету тоже. Не открывали. Скажите, клиентом других банковских структур являетесь? Нет. Не являюсь. Все. Сдохл Бобик-то на этом. О как.